А сегодня мы имеем возможность от имени Высшего Горного Совета наградить знаком «Горняк России» двух наших товарищей. Это Курцев Борис Владиславович, генеральный директор «Макромайн РУС», за большие заслуги и личный вклад. Пожалуйста, Борис Владиславович. И Семенов Игорь Юрьевич, первый заместитель генерального директора, первая горнорудная компания. Золотым знаком. Горняк России. Спасибо большое, очень приятно быть награжденным, но я хотел бы отметить, что эта награда, в первую очередь, подтверждение репутации сотрудников первой горнорудной компании в профессиональном сообществе. Мы, как предприятие горно-рудного дивизиона госкорпорации «Росатом», горды тем, что участвуем в развитии арктической зоны Российской Федерации, осваивая Павловское свинцово-цинковое месторождение, которое находится на архипелаге «Новая Земля». Еще раз спасибо большое, Юрий Константинович, Высший Горный Совет, коллеги. Ну и еще, пользуясь микрофоном, хотел бы объявить, что мы сейчас занимаемся в том числе и разработкой прототипа электрической погрузочно-доставочной машины, а учитывая то, что здесь собрались профессионалы и недропользователи, поэтому мы открыты для обсуждения при создании новых видов горной техники на базе предприятий госкорпорации «Росатом». Спасибо.